Хабаровское предприятие «Соник Транс», где планируется запустить серийное производство багги, посетил полпред президентов ДФО Юрий Трутнев. Высокопроходимые тактические автовездеходы предназначены для обеспечения нужд силовых ведомств. Вице-премьеру показали первые опытные образцы багги «Ерофей». Название выбирали сами жители региона в ходе открытого онлайн-голосования. Машина нужная. Я, честно говоря, просил Михаила Владимировича, и ему большое спасибо, что он, скажем, выступил инициатором здесь производства такого аппарата. 5 первых образцов техники сейчас проходят испытания на полигонах Восточного военного округа. Их готовят к отправке в зону СВО. Скорость багги по бездорожью может достигать 120 км в час, а грузоподъемность составляет 350 килограммов. Во время посещения полигона Юрий Трутнев решил лично проверить, как машина ведет себя на бездорожье. После тест-драйва вице-премьер поделился мнением, что в конструкцию стоит внести некоторые доработки, сделать ее легче и обеспечить защитой, чтобы обезопасить бойцов от мелких осколочных ранений. Замещение основное, уберите процентов 40 металла. Да, мы ужасно тяжелая машина. Вот, и очень большое его количество просто не нужно. И второе, разработайте защиту. После всех корректировок предприятие приступит к мелкосерийному производству. Все необходимые материалы и оборудование для этого есть. Построен новый цех металлообработки, закладывается новый сборочный. В планах выпускать по 20 багги в месяц. Яна Ленкевич, «Большой город».